Всем привет! Вы на канале Ирины Сорокиной «По секрету всему свету». И сегодня, девчонки и ребятки, я хочу вам показать еще одно видео из магазина Fix Price. Сейчас посмотрим, какие покупки в этот раз я там совершила. Вот такой вот держатель для ювелирных украшений и аксессуаров. Это новинка, я не видела раньше этого в магазине. Дизайн есть разный, там, по-моему, три вида разных дизайна, так что есть что из чего выбрать. Стоит это 77 рублей, произведено это в КНР, и сейчас я ее соберу, она тут собирается, и посмотрим, как оно будет выглядеть. Вот так состоит она из двух частей. Была оторвана вот этот вот стразик. Я так поняла, что был он вот здесь. Должен быть на шляпке. Я его прикрепила. И сейчас здесь резьба. И просто мы накрутим это на резьбу. Вот такая подставочка получилась. И сейчас мы примерим, как это будет смотреться. Как-то так. Она гнется, легкая. Ну, как-то так. Для колец. В основном, значит, она предназначена для колец, потому что браслетик вот как бы не получится повесить. А, можно и сбоку еще вот сюда вот повесить. Вот такой вот держатель для украшений. Сделан из тонкого-тонкого железа. Видите, немножко даже гнется. Ну, так для интерьера, по-моему, даже симпатично очень будет смотреться. Следующая покупка – это вот такая салфетка. Называется она «Уют». Универсальная. Чем она мне понравилась? Тем, что она вот так хорошо вся прострочена, такая плотненькая. Она, видимо, долговечная, то есть не рассыпется быстро. Приятный материал и состав сейчас я вам прочитаю. Эта салфеточка состоит из натуральных синтетических волокон. Такое сочетание является идеальным для хозяйственных салфеток, так как вискоза отлично впитывает влагу и собирает грязь, а синтетика придает салфетке необходимую прочность и износостойкость. Салфеточка, видите, прострочена по всей площади. Это для дополнительной прочности, так и указывают производители. Поэтому салфетка хорошая, впитывать будет хорошо, долговечная. Такая салфеточка мне очень понравилась. И такая салфеточка стоила 50 рублей. Все удовольствие, очень симпатичная. Цвета были только, по-моему, розовые. Следующее приобретение – это повязка для волос. Стоит она 55 рублей. Очень удобная. То есть выглядит вот так на голове. Да, для того, чтобы убрать волосы. Женщинам и девушкам всегда это нужно. Она очень мягкая. Производство Китай тоже. Очень мягкая. Я ее примерила. На голове она сидит очень красиво, хорошо. Держит волосы прекрасно. Цвет вот такой вот розовый, и материал, видите, вот такой вот мягкий, пушистенький. Изготовлена она из полиэстера и из спандекса. Вот так растягивается хорошо. И стоила, да, 55 рублей. Следующее — это салфетки влажные. Салфетки влажные для очищения и увлажнения кожи каждый день. Гипоаллергенные. 120 штук. Сохраняет естественный баланс кожи. Посмотрите, какая огромная упаковка. Без содержания спирта, экстракт алоэ и D-пантенол с витамином Е. В этих салфетках еще также меня привлекает эта застежка. Она очень удобная. Салфетки никогда не засохнут, будут плотно закрыты. Они хорошо закрываются со щелчком. Вот видите, все, щелчок, они плотно закрыты, и они будут долго сохранять свою влажность. Вот, так что вот такие салфеточки тоже я взяла. И следующая, последняя моя покупка — это бумажные полотенца. Смотрите, какая огромная упаковка. Здесь 4 рулона
Вот 4 рулона, 3 слоя, 90 листов, 100% целлюлоза. Огромная, вообще огромная пачка. И стоила она всего лишь 99 рублей за такую огромную пачку. По-моему, это прекрасно. Это все мои покупочки на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, мне будет очень приятно. До новых встреч. Пока!